Как делишки, ребятишки, с вами снова я, Эдисон Джек и Игорь. Добро пожаловать в Майнкрафт, где мы сегодня, наконец-то, в конце концов, выясним, кто же лучший майнкрафтер на всем Ютубе. Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайки. Только благодаря вашим лайкам эта серия выходит. Хе-хе-хе, да, ребята, всем привет. Надеюсь, что в этот раз вы тоже поддержите вот этот видосик прям большим пальчиком вверх. Так что ставьте лайки и приятного просмотра. Я прям обещаю, честно, прям 15 тысяч лайков сразу выходит новая серия. А мы погнали. Погнали. Да, вы все готовы? Готовы сражаться? Ну шо? Давай. Как обычно я выиграю. Никому не читерить. Это финальный, понимаете? Все. Если лайков не будет, больше серии не будет. Это последняя серия, понимаете? Ой-ой, грозный, как жук навозный. Если лайки будут, то серия это будет. Да, поэтому все зависит только от вас, ребята. Так, шавуху кто-то будет? Шавуха! Давайте свою шавуху, а не, я на туз поскочу. Что это, что это? Это что значит? Это значит то, что это типа... А, это типа это потоп, потоп, да? Да, это потоп. Игорь, ой, Игорь, а что ты делал, дебил? А я, короче, а он потоп высоко бы поднимался, да? Вот я хотел пойти на горку, и я не успел. Вот пошел и все, и не додошел. Ну, все, Игорь, Игорь уже проигрывает. В общем, пожалуйста, пацаны, не толкаться. Кто будет толкаться, тот бычье яичко, понимаете? Поэтому не толкайтесь, никто не толкайтесь, пожалуйста. Жека толкается! Жека, бычье яичко, официально бычье яичко. Я бычье яичко, брат. Бычье яичко, Жека. Будешь бычье яичко? Газ ты, пацаны, газ ты! Это, на самом деле, опасная тема, да? Да отстань, отстань, иди отсюда, иди. Что там происходит, Игорь? Отвали, отвали! Пацаны, меня атакуют! Бомбардировка, бомбардировка из воздуха, бомбардировка идет, пацаны! Гасты, гасты, они в здании, они в здании, они в здании, если что, пацаны, они в здании. Не палимся. А почему вас не стреляют? Мы в гемоде. Пацаны, они там. Пацаны, они в здании шпипилькаются! Их атакуйте, они меня! Это да. Шпипилькаются. Шпипилькаются они в здании. Да, нет, тут... Меня там окружили со всех сторон. Они в здании закрылись. Я почти убил Игоря. Не драться, драчуны. Не надо драться. Я не драчун. Ты драчун. А Жека вообще лучший драчун из всех остальных. Я просто... Ты понимаешь? Кунг-фу мастер. Мы спокойно стоим, а он дрочится на всех. Что? Ну, драчун! Понятно. Опять гасты, мать вашу, опять гасты! Уа! Я чуть не упал. Спаунпоинт, спаунпоинт. Спаунпоинт, пацаны, спаунпоинт. Я заколебался этими гастами, честное слово. Ну так нечестно, хватит драться, это не грубо. Драчун, драчун! Дебил! Ты посмотри, какой агрессивный, агрессивный какой, Игорь! Иди сюда. Это нечестно, он реально кильнул! Не, ну блин, это вообще что-то... В смысле? А ты меня в прошлой серии кильнул! В смысле, ну... Ты вообще нечестный, понимаешь? Я тебя не... Команду я тебя не убивал! Это не команда, это божья кара! В смысле, ты его... Не, ну командой, командой точно нельзя, Игорь, это что такие? Вот он меня взял и убил команды! Капут, Игорь, ты вообще... Он убивает меня все время! Он подписал килл, самый великий майнкрафтер на свете, вы понимаете? Не, ну он меня как бы не убил. Хватит драться! Так, вы там дрочитесь. Эдисон, Эдисон, скажи ему, что это не по правилам. Это не по правилам. А, по правилам он команду убивает? Это была просто, понимаешь, вынужденная мера. Пацаны, это не по правилам, если что. Я вам честно скажу. Ой-ой. Это не по правилам. Бежим, бежим! Бедный Игорь. Ага, и сам дерется, и сам дерется. Сам дерется! В смысле сам дерется? Никто не дерется! Дебил! Я не понимаю этого Эдисона! Говорит, драться нельзя! Я бегу просто! Убивать нельзя! Стоп, стоп, толкаться можно, драться нельзя. Давайте так, чтобы не просто вот это флудить, а просто там толкаться можно. Ты меня убил в прошлой серии просто руками, когда я стоял и прятался от зомби. Руками, понимаешь? По полсердечка меня бил. Ну ладно, руками, ну команда... Ну команда это, Игорь, команда это зашквар, честно тебе скажу. Это поэтому... божья карма. Это ну... карма, понимаешь? Это как бы мы уже читерим, понимаешь, Игорь? Да, я не читерил, я не в гемоне, все хорошо. Ой-ой-ой.
Вави. Вавил, Вави. Вавилон. Вави. Опа! Тук-тук-тук-тук-тук! Полиция, откройте! Полиция секса! Полиция, Игорь! Игорь, Игорь! Игорь, отвечай, ответь, пожалуйста. Ответь, Игорь! Это мама, да, зашла? Это мама? Нет. Ага, хотел меня скинуть в неё, да, дебил? А ну-ка сюда, холод. Давай, убей его. Ну хорошо, все, хватит дурачиться. Как, ей-богу, как дети малые, честное слово. Капец. Успокойтесь, пацаны. Так. Так, я буду читать свою бумажку. Довидка выходит. Да тихо! Да ты за колебалами! Жека, ты что, предатель? Ты что, предатель? Пошел вон отсюда, и ты пошел вон отсюда. Да отвали, дебил! Да заколебал! Заколебал! Пацаны, дебилы! Два дебил! Почему вы возродиться не нажимаете? Я нажимал вот это. Я нажал. Все выиграли, да? Типа того, наверное. У меня только 4 коинца. У меня тоже 4 коинца. Да, нормально. У меня 2. Да конечно. У тебя 5. У меня 7. Шу? Ты чё, что происходит? Да потому что вы дебилы, сталкивайтесь, и все вы сдохли. Ты тоже сдох. Ну, я тоже сдох. Тебя почему-то засчитали коин. Ну, это уже предъявы не ко мне. Всё, Жека, перемирие. Да, конечно, и сам продолжает меня бить, перемирие. А где шоу? Дебила, кусок. Говно, жопа! Аааа! Перемирие, Жека, перемирие! Перемирие! Нет! Вот это я называю драться, а не толкаться! Это как бы толкаться! Это драться! Ты меня убил, у меня 2 сердечка осталось! В смысле, ну я тебя как бы толкивал? Это драться, а не толкаться! В смысле? Ну ты меня так же тогда бил на корке. А, нет, у меня не считается, потому что я карту держу, поэтому с моей стороны не считается, хорошо? Я и по правилам. Все по правилам, все по правилам. Давайте введем хоть какие-то правила. Да. Да ты иди отстань! Ты что, совсем что ли? Это он! Лава-флут. Лава-флут. На флоте, понимаете, на флоте. Иди в жопу. Да и все идите в жопу! Иди давай. Так, иди сюда, ты иди. Шо ты меня, как ты меня пытаешь? Ну что, тут нельзя... Да все, хватит! Да я говорю, хватит, мать твою, заколебал! Это сталкиваю! Нет! Да! Игорь, мы его сдрючили! Сам себе яму вырыл. В смысле, как бы вы первые начали драться, я стоял. Я вылез наверх, потому что там лава поднималась, ты меня начал сталкивать. А меня Игорь начал сталкивать, я защищался. Так и не я ж тебя начал сталкивать, а Игорь. А я два раза ударил. Игорь, я вообще предатель. Да. Так, Игорь. Не надо. Мы с тобой дружим. Мы с тобой друзья, да, не то, что вот этот самый. Мы тут присядем на диванчике, давай. Опа, посмотрим телек, давай телек посмотрим. Папа, за... Шо я как... Давай, мультики. Ты знаешь, что на монтаже наложи там что-нибудь интересное на телевизор, будем смотреть. Я себя смотрю, свой же ролик смотрю, прикинь. Да, смотри, вот там на монтаже главное не забудь наложить. Да, я не забыл, все нормально. Сейчас совсем добило. Ишь, мы с Игорем друзья, не предатели, что самое главное. Мы друзья. Друзья. Этот человек говорил 2 секунды назад, что он предатель. Мы друзья. Понимаешь? Не доверяем ему. Мы друзьявки. И опять ты сталкиваешься, мать твою! Сам сказал, можно сталкиваться. Когда ты меня сталкиваешь, можно сталкиваться. Все, успокойся! Почему? Собака! Собака! Ой-ой. Так. Хорошо. Да потому что он предатель, мать твою, он предатель, понимаешь? Конец балагану, мы за революцию в нашем видеоролике.
Это самое, сколько у кого коинов? А меня... чё сам бегу? Я вообще клавиатуру не трогал, убежал. У меня 8, пацаны, играем до 10, да? У меня тоже 8. У меня тоже 8. Ах вы зараза, собаки. Опа! Опа, вот это уже интересно. Вот, вижу, какие предатели, надо посмотреть. Опять флут? Да ёханый бабай. Если бы он меня, ты меня, понимаешь, ты меня за эту серию 3 раза умер, и ты еще говоришь то, что Ярь меня убивает. Вы меня тоже, меня один раз команды убили, один раз ты меня скинул, другой раз Игорь меня куда-то скинул. Ярь, ты что делаешь? Я не нашел возвышенность, понимаете? Вот, пацаны, у меня 10 коинов, как обычно. В смысле, как? У тебя же было 8. А я наврал. Ну хорошо, хорошо. Тут как бы уже все понятно, но чтоб потешить эго всех нас, давайте еще один раундик. Давай. Это реально 10? Да. Ты, конечно, читер. Какой читер? Это не компенсация, моральный ущерб, потому что меня убивают каждый раунд. Вот этот самый, да. Тандершторм! Тандершторм! Пацаны, убегайте! Тандершторм! Пацаны, что делают друг друга, а колбасы? Тандершторм! Я говорю, пацаны, у меня хата горит. Ходы вы. Ай! Ай! Не надо, ай! Пожалуйста, не надо, ай! Останови ведь! Ай, то я! Под задницу такая! Яр, не надо вас меня бегать! Не надо! Ты еще меня заколбасишь, что своей молнией. Тандершторм! Смотри, вот. Ай! 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 Бежит за тебя! Ай! Ай! Моя молния прилетела. Бедный. И бедный Игорь. Жалко Игоря. Жалко Жеку. 11 коинов. Спасибо всем за просмотр. Я ничего не показывал. Спасибо всем за просмотр. Много лайков, много серий, как обычно. Да. О, 12 коинов. 13 коинов. 14 коинов. 14 коинов. Спасибо, ребят. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, как обычно. На всех нас. И на Инстаграм. Ссылка будет в описании. Да. Всем спасибо, всем удачи и всем... Мы суицидники. Да. Пока. Пускай они там рипаются. До свидания.